такое горение воды с ацетоном паяльной лампы. Здесь внутри горелки и пламени не видно. А вот снаружи горит вот так. Краник открыт совсем чуть-чуть, на пол оборотика. То есть вот я закрыл его полностью до упора. Вот приоткрываю чуть-чуть. Горит с характерным шумом. И пламя синее. Ну, чуть-чуть там пламя красненькое вырывается, но оно такое наполовину. То есть тут горит водород при поддержке ацетона. Надо засечь время, сколько будет вообще гореть по времени вот этот литр ацетона и 100 грамм воды. Сейчас попробую нагреть какой-нибудь металлический предмет, чтобы посмотреть температуру. Вот шуруп нагреваю. Нагревается до красна. То есть температура пламени очень высокая. До красна нагревается. Внутри лампы горения не вижу. Губка металлическая присутствует, это я, чтобы пламя не отрывалось, как катализатор. Ацетон у меня чисто горел красным пламенем. А при добавлении воды появляется синее, вот это голубоватое пламя. Ацетон идет просто как носитель воды и ее подогреватель. Внутри паяльной лампы созданы все условия для перегрева воды, то есть для разложения ее на водород и кислород. Потому что тут присутствует испаритель, в котором вода перегревается и расщепляется на водород и на кислород и водород, и на выходе она просто начинает гореть уже сама. Ну, я думаю, что в таком режиме она может гореть очень долго. Надо найти мне время, чтобы засечь по времени, сколько она будет гореть. На литр ацетона 100 грамм воды. Сейчас попробую добавить.
Вот видите, пламя меняет цвет. То она горит синим, голубым, то красные всполохи вот эти. То есть это горит водород в перемешку с ацетоном. Ну, то есть вода, кислород и водород, и ацетон. То есть разный цвет пламени об этом говорит. Что горит два разных по своему свойству продукта. Вода и ацетон. Вот в чем плюс ацетона, в том, что в нем вода полностью растворяется в ацетоне. То есть полностью смешивается вода с ацетоном. И получается, что горит ацетон и помогает гореть воде. Обратил внимание, что лучше горит при минимальном открытии крана. Вода горит однозначно. То есть вот ее синий цвет горения водорода. И чуть-чуть промелькивают красное пламя. Это, ну, горит ацетон. И поддерживает горение водорода. Лампа практически закрыта. Открыта совсем чуть-чуть. Если открыть сильнее, просто пламя сорвет, оно гореть не будет. Вот на минимальных оборотах горит. Все, всем пока. Экспериментируйте.